Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Вышел патч к Норсгарду. Конечно, повод сыграть сразу. Вот ФФА на восьмерых, сплошной камень по рейтингу. Так что одинаково нубско все будут играть. Единственное, меня смущает, что там сейчас один чувак змею выбрал. Ненавижу змею в соседях. Это просто... Змея никогда в жизни не может победить ФФА. Просто имейте в виду, ФФА змея победить не может. Клан змей не может победить ФФА. Потому что все остальные кланы, которые не рядом с ней находятся, они развиваются круче и потом ее уничтожают просто. Но, блин, вот испортить кровь и убить соседей, это вот змея за радость. И получается, что чувак, который берет себе змею, это он просто говорит о том, что я насрал на всех, которые все, на всех игроков, которые есть в игре, я просто пришел... Себе весело сделать, а все остальные пускай сволочи страдают. Вот этот крокодайл. Это понятно, что будет гадить всем соседям. Будем надеяться, что его в соседях просто не будет. Понятно, на самом деле тяжело и волка иметь в соседях, и дракона. Но змея это просто клан, который на микроконтроль и вот эту вот фигню рядом заточен. Это просто фигню, я имею в виду... Ему обязательно надо тебе убивать этих поселян. Ему обязательно надо нападать. Ему обязательно надо бегать своей этой сигни и микроконтролить, кидать свое копье. Это интересно тому, кто за змею играет, но всем остальным это так неинтересно. Это просто настолько... Тупой геймплей ФФА. Я только про ФФА говорю, что в дуэли змея, конечно, рулит. Вообще, без вариантов. Так, тут у нас уже есть овечки. Это меня радует. Есть руины. Нам бы еще завезло кораблекрушение. Я буду вообще доволен. Так, тут кораблекрушения нету. Зеленый у меня в соседях, это волк. Тоже неприятное соседство. И, к сожалению, нету кораблекрушения. Ну, ладно. Так, два волка, один волк. Тут олени, там... Блин. Фигово придется ставить... Хотя... Не, наверное, вот тут поставлю военный лагерь. И три не буду я сносить. Скажу, что придется военный лагерь когда-нибудь сносить. Но нет, я, наверное, просто три сделаю в будущем гавани. Тут военный лагерь поставлю, а тут вот три гавани. Опять три разных еды. Мне это не нравится, потому что... Я люблю, когда у тебя один тип еды какой-то, чтобы тебе было достаточно в кузне один раз улучшить. Сейчас хочу найти, кто у меня второй в соседях. О, вот это хорошая клетка. Ну, блин, 4 драугра, это, ребята... Сурово. Блин. Ну, меня, наверное, пускай лучше убьют уже, наверное, этого. Что слишком... Слишком много ранений, она долго будет лечиться. Ай. Это, конечно, не очень удачно. Сразу минус один житель. Подождите, откуда он набежал? Отсюда сюда набежал? Фигня. Вот эту территорию я бы очень хотел забрать. Зависит от того, кто у меня в соседях будет. Там явно будут за нее драться, конечно. Так, вот проход от волка. Он этих... Блин, два медведя для волка. Это куча еды, опять же. Так, ну надо зачищать, наверное. Два волка, один волк.
Не, давайте этих сначала. Я даже, наверное, сначала вот эту территорию буду забирать, потому что тут руины, я их исследую, у меня как раз будут деньги на то, чтобы остальные территории присоединить. О, тут зелененький уже. Так, вот там сверху черный, это дракон. То есть дракон рядом с волком. Это хорошее соседство, конечно, зависит от того, какие у них там... Как конкретно они соседствуют. Представляете, как тут все перекрыто скалами, не пройти. Мне как... Боюсь, как бы волк не был от дракона скалами как раз закрыт. Так, тут драугры, тут медведь. Наверное, об драугров надо будет убиться. К сожалению, не успею ни одного драугра убить. Так, давайте-ка... Я его исследовать эти отправлю. И, пожалуй, давайте больше. Нету территории с деревом, кстати, у меня медленно дерево будет. И кораблекрушения нету. Соответственно, старт медленный у меня. К сожалению. Центр карты, мне кажется, я тоже не смогу найти, просто потому что как-то я странно тут отделен. Ух ты. Это вот, кстати, новая с патчем появилась. Короче, вот эту территорию можно захватить только с помощью науки. Но этот вигвизир увеличивает скорость строительства, восстановления и ковки на 30%. Мне прям надо сюда и сюда прям. Ага, тут оранжевый, я так понимаю, что это тоже дракон. Один из моих соседей тоже дракон. Ну, хоть не змея, слава богу. Хотя дракон тоже неприятно. Блин, чувак в FIFA играет один на один, он с ником один, только один на один и только Норсгард. Так. Пора, наверное... Строить гавань. Я, наверное, не буду искать центр карты, потому что тут как-то карта очень странно вытащен. Он где-то очень далеко, этот центр. Так, берем переговоры, берем, колонизируем. Тут две овечки, можно сразу начать добывать. Хотя, нет, давайте я сначала еще одну, еще один дом лесоруба сделаю. И дом надо строить. О, тут вообще проход закрыт ядовитым облаком. Да, слушайте, я, наверное, зажат, получается, между волком и драконом. И как-то вот не очень я на самом деле у меня тут. Так, следующий, наверное, дом. Потом лекарей. Что, кстати, вот на этой карте, на этой вот территории это все можно будет сделать. Немножко неочевидные вещи, кто не в курсе. Я сейчас тут перебросил овец отсюда сюда. Потому что овцы на самом деле
потребность в дровах зимой уменьшается в этой области на 20%. А потребность зависит от количества зданий. То есть овец желательно держать на той территории, где больше всего зданий. Правда, это не складывается. То есть на самом деле я могу, наверное, сюда эту перебросить, но... так как тут всего два здания, это не сильно будет влиять. О, блин, следующее это было... Жаль, но я бы не успел, наверное, открыть все равно. Так, теперь лекарей давайте сделаем. И следующее поставлю сюда железо добываться. Так, я думаю, можно уже одну овцу резать. Тут еще гавань сделаем. Но, опять же, не сейчас. Блин, очень мне не нравятся вот эти два медведя для волка. Он мне тут явно будет очень сильно мешать, честно говоря. Не, ну должен, у него там должны быть какой-то проход. Не может быть, чтобы вот это был единственный от него выход. Хотя выглядит, что так, блин. Что ж так карта-то сгенерировалась? Следующую надо еду. Сейчас вся еда одинаковая, что пшеница, что рыба, что олени, все одинаковое количество дает. Кстати, там все равно будет минус, так что я, наверное, сразу зарежу, чтобы не беспокоиться. Минус 8 все равно идет. Так, начну, пожалуй, исследовать территории. Блин, может мне сразу попытаться, вот сейчас у меня будет 15 железа, может сразу попробовать йотунов сделать. Проблема в том, что волк должен от йотунов отбиваться, по идее, даже без всяких башен там. У него берсерк очень... С другой стороны, это камень. Может, там люди не очень умеют играть во все это. Сейчас еще в патче уменьшили стоимость склада. Теперь он 80. 80 дерева стоит, а не 100, как раньше. Я, наверное, все-таки сюда буду рыбу делать, а не сюда оленя. Ну, 4 драугров одним берсерком не получим. Надо еще одного воина будет сделать. Ну и лечить, конечно. Я не смогу за один раз их всех 4 убить. А мне эта область очень нужна. Надо ее забирать и ставить башню тут. Блин, вот это оранжевый, наверное, заберет. Ну как вот я так зажат между оранжевым и зеленым? Что за... Почему у меня территории по-хорошему? Вот это... То есть у меня сейчас уже 5, да? То есть 6-7 будет, и что, и все? И потом они будут на меня нападать? Печально. Я хочу дособирать здесь, наверное, железо. Все-таки... Ну да, зашибись. Вон
Зеленый пошел еду себе добывать. И он эту территорию видит. Он мне не даст ее забрать просто. Ну, кстати, одним берсерком... Им надо было еще одного воина сделать. Одним берсерком тяжело. Он, конечно, сейчас будет там его лечить. Так, пожалуй, давайте лесоруба воина и поехали зачищать. Может, даже двоих. Давайте двоих. Мне сейчас дерево не так надо. Кстати, блин. Я решил, может, вот этих в лесорубов. И построить военных лагерей побольше. Нет, нет, нет. Фу. Да почему вы нам... А, я ненавижу управление в этой тупой игре. Ну, серьезно. Просто трындец. Почему выбрался берсерк? Это против... Нет, знаете что, давайте сначала все-таки гавань. Да почему он воина атакует? Так, ну там, походу, не особо опытный волк. Ну вот он, он все-таки взял второго воина. Не, ну мне этого слить надо. Давайте я попробую зачистить, может. Надо было берсерком входить, а не воином. Что-то я тут сам туплю. Не, ну это нелегитимно, блин. Два волка для... Ой, два медведя для волка. Это он 300 еды получил. Просто 300 еды на ровном месте. Сейчас пойдет меня напрягать. Мне надо... военные лагеря, конечно. С другой стороны, у меня такое ощущение, что у него там территории особо нет. У нас так тут сгенерировалась карта... Мы вынуждены, видимо, с волком драться. Тут даже прохода нету к дракону, например. Ну, чувак, ну серьезно, ну. Нет, пошел к драуграм. Хотя у меня три счастья, мне уже больше не надо. Так. Надо камень добывать. Причем вот здесь. Ну, у меня какая-то жопа. Ну, слушайте, ну... я просто закрыт. Куда я... Что мне вот сейчас делать? С волком воевать? С волком воевать — это жопа. Что за генерация карты?
Он сейчас эту заберет территорию явно. Потому что у меня еды дофига просто. Он, кстати, наверное, не исследовал эту территорию. Серьезно? Это называется с волком, блин, быть на одной карте. За счет 150 еды себе взял. И он еще на меня обзывается. Как будто у меня тут есть какие-то варианты вообще. С человеком можно договориться хотя бы. Ну, это, кстати, блин, я пока общался, еда закончилась. Хватит ли мне так? А, у меня раненые просто. Ну, по идее, сейчас должны долечить этого раненого, и еда будет. Потому что лекари начнут. Вот сюда, вот сюда. Нет, нету еды теперь. Блин. Ну добей, добей. Да ладно. Мне сейчас еще этого убьют. Трындец. Очень тяжелый старт. Просто территория говнище. В соседях волк. Уже нет. Так, надо оружейника брать.
строить еще один лагерь. Ну, блин, а нафига, вот нафига мне железо? Мне камень как раз нужен, а не железо. Жопа. Ставит башню. Так, открываем ратушу. Так, что мы дальше делаем? Добываем дерево. Мне кузню надо ставить, походу. С едой вроде все путем. Да блин, он наверное, нападет, когда вот добудет как раз все тут. Я думаю, мне надо подготовиться к битве. Мне надо больше военных лагерей поставить. Вот 125 науки, кстати, видите, стоит колонизировать. То есть эта область за науку колонизируется, а не за... А ни за что-то еще, ни за еду, ни за деньги. Блин, или мне все-таки... Знаете что, давайте я дружину лучше. Я понимаю, что у меня там есть... Мне надо просто идти вот сюда вот. Я долго ждать, надо дружину улучшать и нападать. Я не верю, что мне волк отдаст эту территорию, просто вот и все. Мне надо быть готовым к войне. Так, еды не хватает. Хотя, где змея, интересно? Тут? Ага. Тут было 26 железа, и тут 52 камня. Просто, ну как бы, а у него нету дальше куда идти. То есть, что мне вот отдаст эти территории, он будет заперт? Просто интересно. Надо его территорию разведать.
бля, неужели он реально это все сделал? Прям, вот, знаете, хочется верить, но все мои игры подсказывали, что в таких случаях лучше не верить. Ну вот видите, он... Эта зона ему для выхода нужна. Вообще, как бы... Он логичные вещи говорит. Я только единственное пугает, что он волк. А, стоп, мне там 10 надо сделать что-нибудь. Давайте я, наверное, сразу попробую все-таки на Гальфар, раз я так пошел уже в военную. А мне пишут, что 12 осталось, а не 13. Так, ну надо улучшать дом, тут ставить гавань. То есть у меня есть счастье, чтобы развиваться благодаря... Ну... Да блин! Да ё-моё, ну что за... Да ё... Вы прикалываетесь? Дайте мне пос... Наконец-то. Да, ё-моё. Так, тут в первую очередь надо башню ставить. Да, ну тут, конечно, реально волку надо было бы на меня нападать просто... Ну, то есть он не может никак по-другому развиваться. То есть то, что мы договорились... А если бы он нападал, то есть вот человек, вот этот человек понимает ФФА. Если бы он на меня напал, я очень сомневаюсь, что он бы прям бы меня захватил. Но то, что мы были бы не игроки больше в этой игре, это стопудово. Так, сколько там надо будет? Блин, по-моему, 125 надо будет для захвата территории. Ладно, что-то пока больше не буду, наверное, исследовать. Ты смотри, вот человек реально свое слово сдержал. Вот это приятно. Блин, именно все здания на еду поломались, прикиньте. Нормально вообще? Что еще горит? А, это нормально. Так, мне 50 дерева надо, просто чтобы поставить добычу тут.
Вот дракон еще под боком мне очень не нравится. Мне бы вот тут исследовать, как у него там. Соседство с Кракеном. На самом деле, теперь я могу воспользоваться доверчивостью волка и снести его. Потому что, видите, я улучшенное снаряжение прокачал, и сейчас у меня будут... То есть, он не может отбиться от моей атаки. У меня еще и плюс я мог бы поставить, но... Это, честно говоря, это уже будет некрасиво. Блин, я надеюсь, они не на эту территорию нападают. А они, скорее всего, будут на эту территорию нападать, блин. А, не на две, ну тут нормально. Это мы отобьем. Так, оранжевый меня не исследует. Что, я думаю, пока от него можно не ожидать каких-нибудь подлостей. Че это серый со мной торгует, интересно. Сразу и железо тут все добудем. Потому что сейчас я не глифар построю. Не, вообще, наверное, отправлю сюда. Нигельфар тут поставлю. И, наверное, даже тут еще улучшу территорию. У нас же нету больше. Но Скракен, правда, есть, который может нападать на побережье. Но надо еще будет этот алтарь конунгов. Ну, видите, там змея уже на кого-то нападает периодически. Думаю, кстати, наверное, на красного. Скорее всего. Так, сколько тут? 16, 9. Жалко, я оранжевого не вижу берега. Я бы к нему отправил, конечно. Так, давайте улучшу дом. И улучшу вот эту гавань. Я думаю, что пока хватит, давайте построю...
побольше военных лагерей. Дальше улучшим, наверное, крестьян. Железо добыли. Надо теперь тут добывать. Переходы. Ну, мне надо как бы йотунов использовать. Давайте. Хотя, с другой стороны, денег мало, ладно. Не. Покопим немного. Так, на самом деле я готов. К любой движухе уже. Ну, с волком. С волком мы вроде как дружочки. Теперь. Блин, я бы еще... А, вот тут у нас камень. Я бы тут сейчас добыл камень и поставил тут алтарь. Так, мне надо исследовать дракона. Я не хочу, чтобы он забирал... Ну, и я бы еще, конечно, башни поставил от... Ого, а что у него такая сила? Почему у него 15 плюс 15? Он делает
Блин, этот у меня за... Но это трындец. Заболел именно берсерк. Так, ладно. Блин, надо было шубы брать, нахрена я героев взял? Ну просто эту территорию нельзя дракону отдавать. Тем более, что он еще потратил на нее. А, наверное, кстати, мне тоже надо будет. Дайте я. Лекарей. Да, все равно за веру берется. Но он потратил веру, ой, веру, науку или как они тут, предание потратил на это дело. Кстати, а почему бы не убить, действительно? Ну, сейчас я хочу дождаться лета, а то как-то больно. Какая территория тут как странно сгенерировалась. Так, мне бы не хотелось, чтобы Драугр забрал. А, ну там он отбивается. Так, эти улучшают. Давайте рыбака улучшим. Какого мудреца, блин? Рыбака. Так, сделаем пока. Кто-то перенервничал и нажал на паузу. Ну, я, конечно, развитие себе подубил, потому что, видите, пошел в военный, но зато я могу сейчас на равных с драконом драться. Иначе я бы просто сидел и грустно смотрел на то, как он забирает все эти территории. Ладно, я думаю, можно заходить уже. Да ё... Интересно, синий про дракон, наверное, про серого говорит.
а не про оранжевого. Почему я легендарный герой? Ну хотя ладно, шуба тоже неплохо. Уходим, уходим. Сваливаем. Слишком больно. Так, сколько у него их? Ну, мне надо вот эту территорию открыть. Ладно, давайте мы территорию откроем сначала. Так, сюда, ликвидацию. Восстановление Бальдра. Ставим еще один дом. Берем, улучшаем склады. Делаем скаут. Нет, два скаута. Это надо дом доделать. Открываем до конца территорию. Так, рост населения. Надо еще двоих, наверное, отправить в походы. Ну, мне надо 10 мореходов, чтобы максимум силы иметь. Ну и плюс я еще таким образом денег заработаю. Там опять... О! Он серьезно опять захватил эту территорию? Ну ты прикалываешься. Так, он делает этих. Я могу опять... Ну что вот это? Что вот как вот можно играть с такими лагами дикими? Я думаю, он сейчас сдастся, кстати. У меня есть такое подозрение. Так, теперь надо накопить дерево, чтобы тут поставить... Я не знаю, почему он так стремится захватить эту территорию. То есть она, конечно, крутая, но у тебя нету сил реально бороться со мной за нее. Так, что там надо для 300 денег? А, денег надо, блин. Да, очень правильное все-таки было у меня решение пойти вот тут
По нижней ветке в первую... По средней ветке в первую очередь. Потому что... Иначе я бы тут просто имел бледный вид. Ну и, конечно, отлично, что с зеленым мы договорились. Так, я хочу сначала 300 монет и алтарь построить все-таки. Давайте мы этого вернем. Так. Еда есть. Ой, блин! Пропустил. Нет, ребята, не уплывайте, нет. Фу. Так, одних... А, мне вообще надо... Мне вообще надо поставить эту... Блин. Минус. Сейчас еще эту убьют. А как раз вот эту я мог спасти, просто поставив маяк. И мне надо его поставить. Блин, я из-за дракона проспал кракена. Блин, ну почему на меня? Что, больше ни у кого нету этих, да? Да, наверное, все просто остановили уже давным-давно. Блин. Ну, слушай, ну нахера ты забираешь ее? Вот нафига я оттуда ушел? Короче, ладно. Что-то я расслабился немного. Почему у него 15 плюс 15, я не понимаю. Это какие-то способности дракона или что? Денег сейчас не будет. Но сейчас надо сидеть спокойно, потому что у меня денег нету. Опять он эту забрал. Построю я, видимо, никогда. Пошел опять воинов делать. Сейчас красный придет, его вынесет. Скорее всего. Он столько сюда влил, кстати, науки. Это, ну, как минимум одна теха. Не, даже две, наверное. Ну давай, давай. Блин, конченый оранжевый. Ну еще один. Вот это упоротый чувак. Просто оставь эту территорию в покое. Нет, я... И она мне нужна. Я же ее не забираю себе. Просто не хочу, чтобы она у него была. Я надеюсь, красный придет и его снесет. Просто мрак. Еще один упоротый. Что вот ты... Он бы лучше эльфов этих убил. Потратил бы кучу... О, боже. Серьезно. Ладно, я понял. Ты упоротый. Я все с тобой понял.
Ну, короче, опять кучу юнитов сейчас слил. Найс. Сейчас я пир устрою. Проблема с драконом, что ему типа не нужны эти. Не нужны деньги на его армию. Почему у него 15 плюс 15, объясните мне? Что это за способность? Так, ладно, ты задолбал. Боже. Успел. Что вы сейчас зеленый делает? Это я, чтобы максимум силы иметь. Но он через меня, видимо, проходит просто. Прям тимплей у нас с волком. Слитый, я так понимаю.
Это странников открыть, пока я не буду эту территорию забирать. Я не знаю, вот я считаю, что оранжевый, вот эта упорка вот в эту территорию, ну ему просто, ну, я не знаю, он столько тех туда слил. Так, я бы построил... Ух ты, синего убили. Построил бы башни против... да, надо на побережье только это делать. И алтарь. А, да, пускай там его зеленый забирает. Я не хочу. Тратить. Так, 165 надо. Нет, я башню хочу. У нас есть кракен, который может на эти территории насылать призрачных воинов. Так, что у нас вообще по победам тут? Там фиолетовый. Блин, не успел достроить здесь. Так, увеличивать скорость строительства, состояние и ковки. Ну, мне, блин, уже это уже все не надо. На самом деле. А это кто? Рыбак. Thank you.
Так, надо... Надо территорию продолжать исследовать. Мне кажется, двух тут хватит и отправим... Чё так сразу? Чё так быстро? Так, мне нужны дома еще. Чё так быстро раненый скаут появился? О. Так, волк убил эльфов. Надо ли мне переключаться? Я вот думаю, ну, я бы, наверное, еще шубы открыл. И, в принципе, переключился бы на славу. Так, еще можно территории, да? Мне кажется... Ну ладно, предположим, две еще, ладно. Так, серый пошел в победу славой, кстати. Через йотунов. Ну, видимо, вот тут йотаны. То есть вот так кругом. Да, тут все исследовал. Так, ну это 12, 14.
ж медицину вроде хотел. Ладно, пока в науку. Жалко, не видно как-то. А, вон ула красный стоит. Уже захватывает территорию фиолетового. Так, пожалуй, мне столько лесорубов уже не надо. Давайте-ка лучше 12 этих будет. Мореходов. Он камень забирает. Сколько у меня областей? 9. Что, красный слил там, что ли? Я вижу, его йод, он там отступал. Так, мне еще можно дом строить. Разведчик погиб. Ничего, у нас тут дофига разведчиков. Да, эта партия затянется. Но я думаю, это в этом и интерес. Как здорово, когда с соседом можно договориться в начале игры. Ну, я ж отправил, куда делся. Херг. Чё за херг? У нас, ну, карта так сгенерила, что мы тут с волком должны... Ну все, да. Мы тут с волком... упоролись бы друг в дружку, а потом бы остаток наших... тушек или там победителя пришел бы и добил оранжевый дракон. Все. Это если бы мы не договорились. Холодный год, а у меня куча всего. Этот год мы переживем. Так, 10, у меня будет раз, два. Ну, у меня будет территория захватить, да.
как раз 1500 накопил к этому моменту. Так, ну я думаю, что можно и на славу уже переключиться. Я все-таки славой тут, мне кажется, быстрее могу победить, чем... наукой. Еще одно болото, нифига себе, два болота прям на карте. Нормально. Ну вообще, вот эта карта так дебильно была сгенерирована. Так, значит, мне, ну, вообще много еще не хватает. Прикольно вообще, территория, тут никого не видно. Я понимаю, что тут драться даже невозможно. Или как, или там идет, происходит драка, фиг знает. Да, серый, видите, весь болеет. Что за звуки? Все, видимо, сюда надо будет отправить йотунов.
Да, слабовато. Так, знаете что, давайте мы улучшим мои рейды. Это тоже в кузне делается. И еще один домик построим. Ну вот тогда зря. Вон, у меня сейчас просто новые появятся жители. Так бы он этих лечил еще хрен знает сколько. А, ну он зеленый побежал атаковать. Да. Вот это вот бегание, это не зря, это вот это, ну, пастфайдинг в этой игре, конечно, оставляет желать лучшего. Блин, 47 жителей, у меня никогда так много не было. Очередной разведчик погиб. Так, ну мне еще каждая область примерно, наверное, 20 дает славы, да? Мне еще чуть-чуть, то есть 80. То есть когда у меня будет 1020, мне надо будет скупить 4 области побыстрее. Они. Деньги у меня есть. То есть мне надо еще 130 славы. Так их больше нигде уже не получить. А, ну вот, кстати. Если вот эту захвачу, это 30 славы будет. Ну, видите, волк уже просто тимится со мной конкретно. На самом деле. То есть, поэтому у меня тут очень большие шансы победить. Так-то по-хорошему волк должен был бы на меня напасть. А, его тоже метель накрыла, что ли? А, ну да. Ну все, я тут победил. Четыре оба, мне вон осталось только славы. Thank you.
опять? Может, едой колонизирую, а то как-то ее дофига у меня. Так, мне одна территория и 60 славы. То есть пир, например, 20 и... Давайте, не знаю, йотунов сюда, чтобы еды добыть. Все тут поломано, конечно. Так, это будет 170. Я тут везде на славу поставлено, да? Да. Да. Ничего, проводить, пир не проводить. Еще апнуть можно что-нибудь. Например, вот так. Так, 160. Ну все вроде. Ну, тут я думаю, я победил только благодаря зеленому. В общем-то. Только потому, что мы с ним не упоролись, а потом, когда он уже более-менее развился, он не решил на меня нападать. Решил на меня не нападать, точнее. Ну и упоротый дракон, конечно, я не знаю, зачем он так убивался вот об эту территорию. Ему бы поднакопить сил, захватить вот эти территории. Давайте вообще статистику глянем. Ну тут овца, конечно, божила по еде. Тут уже я в конце, просто некуда было девать. Тут серый поднакопил. Но я не поднакопил по той простой причине, что я воевал постоянно с оранжевым. То есть я все деньги сливал. Улучшение существ, захваченные зоны. Так, это население. Тут сдался синий, тут сдался оранжевый. Что по дружинам? Это красный к фиолетовому сходил, я так понимаю. Тут по науке я тоже впереди шел. Кстати, фиолетовый больше всех воевал. Видите, он больше всех и накопил в итоге. Синий пытался торговать. Я даже не видел, что он пытался торговым влиянием, его серый снес. Ну, вот такая прикольная, длинная, долгая партия получилась. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!